7 июля. В нашей стране 7 июля – один из дней воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 1770 года. Бой стал чрезвычайно важным для победы нашей страны в Первой русско-турецкой войне. Об этом историческом событии и по сей день напоминает форма матросов и старшин военно-морского флота России. Одна из белых полос на отложном синем воротнике форменной одежды символизирует победу именно в этом сражении. Чем еще сегодняшний день запомнился миру? 7 июля 1520 года несколько сотен испанцев под командованием Эрнана Кортеса одержали победу над многотысячной армией Ацтекской империи, предопределив ее падение годом позже. А 7 июля 1938 года в Ленинграде опытным телецентром был показан в эфире двухчасовой концерт – первая в СССР телевизионная передача. Расскажем и о культурных событиях сегодняшнего дня. 7 июля 1887 года родился Марк Шагал – российский, белорусский и французский художник еврейского происхождения, один из самых известных представителей художественного авангарда XX века. В 1990 году в этот день в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора современности – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Карерас. А в 2007 году в этот день были оглашены результаты проекта «Новые семь чудес света», целью которого стал поиск современных архитектурных чудес. В их число по результатам голосования попали Колизей, Великая Китайская Стена, Тадж-Махал и статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. А еще 7 июля восточные славяне отмечали Ивана Купалу – праздник, посвященный летнему солнцу. Состоянию и совпадающей по времени с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи. Ночь на Ивана Купалу была наполнена обрядами. Устраивались массовые купания, разжигание обрядовых костров, гадания, а целебные травы, собранные на Ивана Купалу, считались наиболее полезными. И, конечно, всем нам знакомо поверье о папоротнике, который цветет в эту ночь. Считалось, что его цветок сможет наделить нашедшего невероятными магическими способностями. Ну а мы желаем, чтобы волшебные события происходили с вами каждый день.